Мы любим Пушкина за то, что он дает нам возможность видеть в себе большого человека и любить его. В этих словах самарца Алексея Толстого таятся смыслы, о которых думаем мы и предстоит думать нашим детям и внукам. А сегодня вместе с нами над значением Пушкина в культуре размышляют гости нашего города – петербуржцы и москвичи, ученые и музейщики, люди науки и люди искусства. Смотрите программу «Город С» 6 июня в 19:30.